давай. А, нет, ветером. Звучит стартовый свисток, начинает матч команды Онлайна Московский кредитный банк. Онлайн в желтой форме играет, МКБ в форме белого цвета. Все как всегда, два тайма по 10 минут. Но есть небольшая поправка у Московского кредитного банка. 4 человека в поле. Там 5 полевых игроков. Вот именно в 5 действует Онлайн. Так что есть у команды определенное преимущество. Хорошо. Активно начинает Онлайн этот матч, сразу бьет по воротам. А вот МКБ не торопится, видимо, ждет пришествия пятого полевого игрока. Пытается МКБ сразу совершать забросы. Главой. Блок серый, блок серый. Пяткой переправить мяч ворота не удалось. Сначала была штанга, потом мяч. Руки забрал голкипер. Один центр спустись, один ключик, блядь. За счет численного преимущества в высоком прессинге играет Онлайн. Готовь удар, Жень. Володя блок, Рома блок, Женя бьет. Рома, двигайся в блок, начинай. Серега, отвались назад, Серый, чуть назад, отвались, Серый, отвали половину. Рома, дальний твой. Территориальное преимущество и преимущество по владению мячом на стороне Онлайн, безусловно. Но и Московскому кредитному банку не впервой. Игрока, такое бывает. Тут они пятого футболиста отбиваются, а потом начинают уже брать инициативу. Так что Онлайн скорее нужно забивать, а то это численное преимущество может оказаться небесконечным. Вова, страхуй, Вова! Он бьет, ты страхуешь сразу. Середину сложим, середину, право, да! Право, середина, право! Рома, не спеши, Рома, не спеши! Назад, Рома, блядь! Иди направо, право! Рома! Еще ниже свалить! Еще ниже свалить! Твой игрок на этот! Левая нога, стой! Левая нога! Можно, Серый, можно, блядь! О, можно, о, их четверо! Можно, они, о, ближе! Входит МКБ назад, и снова высокий приз Онлайна. Отлично, вперед, вперед, вперед! Втроем отбирают мяч. Рикошет штанга. Быстрее мяч двигайся. Лево, кати быстрее, лево. Еще лево, кати быстрее. Двигайся, лево. Вова, страхуй, Вова, страхуй. Вова, страхуй. Его, его, Ром, его, Ром, его, Ром. Удар с острого угла. Можно, можно, можно!
Бухари обменивается мячом. Пожатием. Сюда. Есть другое решение. Дальше разыгрывать. Оп, Рома, Даня. Разворачивай. Даня, Рома. Еще. Назад, назад. Даня, Рома. Продолжают прибывать игроки у Московского кредитного банка. Совсем скоро в игру войдет пятый полевой. Рома, дальше штанга, Рома! Фамилия как? Еще раз так, Рома, здорово. Серега, дальше штанга, Серега, глубина. Совсем немного не успел пятый полевой игрок. Приводил амуницию в порядок. Все-таки забивает инлайн. Вот оно, численное преимущество. Да еще 1-0 продолжается. Игра 3 минуты до конца первого тайма. И в равных составах играют команды. И появился штрафной кипер, к тому же, у Московского кредитного банка. Теперь даже один человек есть на скамейке запаса. Там еще угловая. Отлично, назад! Бьет инлайн. Удалось 77-й номер вернуть к воротам. Пятого полевого самого матча не дает радикальных изменений. Пока МКБ выиграет без момента.
Конец первого тайма. Второй тайм, возможно, если бы первый дистанционный начинал Москва, ставит счет 0-0. А так, минимальное преимущество все-таки есть. Онлайн и сейчас пенальти. Да, безусловно. Очень сильно. 1-1. Едва не дотянулся. Еще раз, пробуй обыграть. Назад, право, назад! Все, вперед, Роман. Роман, вперед уже, дали. Стрелять, дали, Ром. Рома, дальний, Рома, прилипни туда и стой. Контратаку, точная передача и штанга. Давай повыше. Не мог сейчас защитить. Теряли 13 номера, благо для них. До него передача не дошла. Хорошо, назад. Свою половину, Ром. Свою половину, Ром. Али лево, Ром, право. Самых красивых забитых мячей. 2-1 снова Финлайн впереди. Один пошел.
назад! Чуть назад, быстрее за линию мяча! Быстрее, назад! За линию мяча, Андрей, глядь! Пошел, Ромку!
Отлично, парень, здорово! Так же, Рома, так же, Рома! Как сейчас, так же сделай! Очередной угловой. Отлично, отлично! Снова бьют. Назад, бегом! Назад, бегом! Серый, назад, свою! Передача должен чтобы смещаться в центр. Али! Иди сюда, Али, иди! Иди. Еще одна досадная потеря. Секунду остается. Внимательно, парень, внимательно. Иди посмотри в середину. Парень на середину, середину.